Ну что ж, друзья, я вас приветствую. На экране у нас пара евро-доллар. Что я могу сказать по этой паре? Значит, месячный тренд у нас восходящий. Недельный тренд тоже еще восходящий. Я предполагаю, что где-то дня через три мы развернемся, то есть на неделях, то есть, ну, к концу недели, возможно, разворот именно тренда недельного вниз. Вот, а пока что мы идем вверх. Вот видите, вот это недельные линии, ну, это мои, так скажем, такие вспомогательные линии. Вот это дневная линия, вот она, видите, пошло строго в нее, строго ее протестировала. И сейчас возможен откат сюда и дальше поход вверх. То есть сегодня евро тренд восходящий, именно на днях, дневной тренд тоже. Но это не означает, что в течение дня мы не будем туда-сюда, цена не будет двигаться вверх-вниз, вверх-вниз. То есть если вы работаете на, то есть внутри дня, выбирайте обязательно, какой таймфрейм вам больше по душе. Потому что если работать на минутках, это немножко другое. Я потом буду давать именно вот для тех, кто работает на минутках, как работать, как определять, как ставить позиции. Для тех, кто работает на 5-минутках, 15-ках, часовые таймфреймы S4, то есть на 4 часа, ну и так далее, среднюю срочку, долгосрочку. Вот, а пока что я могу сказать, что мы можем сегодня еще откатить немножко вниз и продолжить движение вверх. Цель, если взять на, вот, на днях, то она вот аж где? Это 1.168 где-то, ну, потихоньку, ну, 1.160, вот где-то вот здесь цель. Но это при условии, что мы вот закрепимся выше вот этого уровня, выше 1.74. Значит, пойдем туда вверх. Так, я немножко не поняла. Ой, 1.24, господи, слепая. Смотрю и не могу понять, думаю, как это так? 74 может быть ниже, чем 60 с чем-то. Вот, 1.24. Вот, если мы закрепимся, вот, но, пожалуй, все-таки мы пойдем дальше вверх. Я прогнозирую, что вот мы можем даже сюда дойти. При, я говорю, при условии, что мы закрепимся вот здесь выше. Потому что вот, смотрите, на месяцах это восходящий тренд. Ну, все говорит о том, что мы еще пойдем вверх. Вот это что касается пары. Ага. Что касается пары евро-доллар. Ну, а следующий обзор смотрите в отдельном видео.